На минувшей неделе сотрудники ГИБДД зафиксировали 11 ДТП, в трех пострадали люди. Одно из них произошло на перекрестке улиц Павлика Морозова и Чкалова. Водитель Toyota RAV4 не уступил дорогу автомобилю Ford, в результате чего совершил столкновение еще с двумя автомобилями – Fiat и Kia. У него самый главный удар пришелся в правый борт, а сам тот сидел слева. А вот эти вот автомашины Fiat, микроавтобус и Kia, он зацепил уже по касательной. То есть он выезжал со второстепенной дороги, Фиат двигался справа от него, а навстречу ему двигались Киа, вернее, Фиат, который уже остановился, микроавтобус, и Киа. В результате ДТП водительница Форда получила ушибы головы и после осмотра врачом была отпущена домой. Еще одно ДТП произошло на пересечении улиц Зернова и Маяковского. Женщина, управляющая Киа Рио, не уступила дорогу автомобилю Лада Гранта. В результате ДТП пассажиры автомашины Лада Гранта, женщины 63-го года рождения и женщина 41-го года рождения, получили телесные повреждения в виде ушиба одна правой голени, вторая левой голени. И после осмотра врачом КБ-50 были отпущены домой. На перекрестке улиц Московская и Зернова водитель «Шевроле», поворачивая налево, не уступил дорогу «Лада Приора». В результате столкновения пассажирка «Лады» ушибла голову и сломала кисти обеих рук. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.